И всем привет! Вы находитесь на канале Мистер Зайка. И да, меня сейчас спросила Аня в комментариях, Аня Паршина, когда ты мои подарки распакуешь? Ну, вот они стоят. И в этом видеоролике я их распаковываю. Да, я сейчас буду распаковывать подарки от Ани. И распаковывал я уже целых 6 подарков. И последний, нет, целых 5 подарков, и остался Анин и Лёшин. Ну, они там напополам поделили. И давайте начнем. Вот такая вот открыточка. Ее открываю. И тут написано: от Ани и Алёши. С днем рождения. Огромной удачи, прекрасных друзей. Пусть будут все планы в жизни твоей. Отличных идей, успешных решений. Удачи, везения и новых свершений. Спасибо большое, Аня. Мне очень приятно. И дальше я хочу вам показать вот это. Это типа цеплять вот тут. Так, я сейчас. Люди, я только сейчас врубился. Это был штатив. Спасибо, Аня! Огромное тебе спасибо. Мне очень был нужен штатив. И давайте я сейчас прям телефон поставлю на штатив. Как-то мне не очень удобно на штативе снимать. Но это, видимо, я не знаю. Это типа, видимо, для каких-то фотографий. Потому что он ниже не опускается. И ну, типа вот он сам внизу. И типа только если вот выпрямить камеру, то вот так. То есть надо ставить вот сюда куда-нибудь вот так вот, чтобы было видно. Вот. Как-то так. Спасибо тебе, Аня, большое за штатив. Но я пока что на нем снимать не буду, потому что он очень уж высокий. Но вот эта вот вещь. Это штатив. Вот так он выглядит. Но он обязательно мне пригодится. Потому что я потом чего-нибудь придумаю. Может быть, я буду снимать, допустим, на улице какие-нибудь сериалы. Типа вот издали вот так они будут идти, допустим. Вот. То он очень даже прикольно будет смотреться. Вот так вот. И следующий подарок у меня... Гигантский набор ссылок. Yes. Yes. И первого пэта, который я хочу вам показать, это вот такой вот миленький лягуш. Да, желтенькими глазками. Смотрите, если вы не видели этого пэта, ну, как бы вот так вот, как я его переворачиваю, то вот очень он похож вот сейчас на мальчика. Опа, уже девочка. Так что, скорее всего, он будет у меня девочкой, он будет у меня сниматься видео. Да, пожалуйста, напишите ему имя в комментариях, оно мне очень пригодится. Это моя первая большая лягушка, она очень классная. И, в принципе, я лягушек не очень люблю, но это мне довольно-таки сильно нравится. Вот такая вот лягушечка. Скажите, вот так он не очень красивый? Опа! А это настоящий лебедь, он очень классный. Вау, на самом деле этот лебедь просто суперский. Он мне очень нравится. На самом деле в наборе он мне не сильно нравился. Я думала, ну, поменяю. Там, ну, не знаю. Что-нибудь с ним сделаю, когда я куплю этот набор или мне кто-то его подарит. А теперь он очень классный. И я думаю, мне даже очень жалко ее менять будет. Вот такой вот классный лебедь. Вот такой вот лебедь. Он очень классный. Еще раз спасибо вам всем, те, кто подарили мне подарки. Мне очень-очень приятно. И спасибо вам, что пришли на мой день рождения. Вот такой вот миленький пэт. И дог из новой коллекции. Классный дог. И, кстати, он очень мне напоминает вот этого дога. И, кстати, вот этот дог ниже вот этого. Ну... печаль, беда. Смотрите, какие ступни у этого дога. И смотрите, какие мелкие у этого. Но голова у него довольно-таки приличная. Вот такой вот тожик. Он очень похож на того дога. Он даже такой высокий. А вот сейчас вот он реально очень высокий. Вау, я даже не ожидала то, что он таким высоким будет. Очень классный дог. Спасибо тебе, Аня, большое. За такого классного дога. Мне очень он нравится. Вау. Все. Такой вот дожик. Очень классный морской конек. У меня есть такой же.
У меня есть такой же, только из третьей серии. Вот он. Они чуть-чуть похожи, по-моему. То есть у них цвета различаются. Допустим, вот этот гребешок у него синенький, и точечки у него синие. А у этого наоборот. То есть он полностью синий, но гребешок у него зеленый. А у этого пэта сам он зеленый, но точечки синие. И, блин, я даже не знаю, какой мне теперь больше нравится. Нравятся они мне оба, но одинаково, потому что я не могу выбрать, они очень классные. Этот как бы отличается, у него отличительная черта, да, то, что он типа с блесками. А вот этот, он светится в темноте. Я пока его уберу, потому что у нас речь идет не о том пэте, а вот об этом. Вот такой вот пэтик. Очень классный. Вот такой милый. Такой вот прикольненький пэтик. И он мне очень сильно нравится. Ну и раз мы заговорили о морских обитателях, то акула. Такой вот миленький акуленок у меня появился в коллекции. Очень-очень классный. Мне он довольно-таки сильно нравится. Особенно его миленькими зубками. И следующего пэта, которого я хочу вам показать, это, скорее всего, будет этот бобрик. Почему именно этот бобрик? Потому что он одноцветный. То есть у него всего один цвет. Вот этот. Вот такой вот пэтик, такой вот няшный бобрик, он очень прикольный и миленький. И следующий пэт это бигемот. Это очень классный бигемотик, он очень прикольный. У меня есть бигемотик, только большой. Это мой второй бегемот в коллекции, очень-очень классный и очень прикольный. Спасибо, Аня. И последний пэт из таких вот пэтиков, это вот такой вот пэтик. Очень няшный, прикольный. Мне он очень нравится. Такая черепашка. У меня есть такая, но я ее уже обменял. Вот такая вот миленькая черепашка. Дальше пэт с ноготок. Вот такой вот миленький. Такая миленькая кошечка. Вот. Осьминожик. Без ножек. И вот такая вот ласка. И там был вот такой набор. Спасибо, Ане, большое. И предпоследний подарок от Ани. Это вот такие вот классные пэтики котята. Вау. И эти котятки меня очень сильно разочаровали. Вот этим. Я провела пальцем, и у меня уже море блесток. Особенно вот с этого котика. Смотрите, хопа, хопа. И хоп. И типа у них очень сильно блестки осыпаются. И блин, я поменяла такого котика, но типа у меня было два таких котика, а теперь вот у меня осталось. Ой, было три таких котика, теперь осталось два. Вот такой вот котик. Теперь у меня появился в коллекции. Очень-очень классный. Мне он нравится. И следующий котик, это вот такой вот миленький котик, розовенького цвета, очень прикольный и няшный. Подумали, все? Нет, это еще не все, потому что у нас дальше Marvel. Ну, это типа из пятерочки, у нас такая акция сейчас идет. Типа за 555 рублей и у вас получается Marvel, там что-то типа такого. Он уже чуть-чуть надрезанный такой, я уже не помню его открыть. И мне попадается повторка. Вот, теперь у меня их две. Ну, чё ж уж поделаешь. Такова судьба. Вот. И на этом очень огроменная распаковка заканчивается. Это целых три серии, целых 30 минут. И на этом все. Спасибо вам всем за зайчатки. До новых встреч, мои зайчатки. Пока-пока. Желаю вам удачного дня.